Вместо пива и сигарет – турники и брусья. В одном из детских лагерей сотрудники госнаркоконтроля и волонтеры провели акцию «Летний лагерь. Территория здоровья». Подробности в сюжете Елены Щербаковой. Так может каждый, кто занимается варткаутом, по-другому – уличными тренировками. Ребята собираются каждый вечер во дворе и показывают на брусьях и турниках, у кого на что силы хватает. Говорят, это лучшая замена спиртного и сигарет. Фактически в Новосибирске я скорее к такому первому поколению варткаута отношусь. То есть меня практически тут никто не учил. Но обучение происходило, вот и распространение, в основном из-за того, что из-за распространения видео по интернету. То есть люди занимаются по всему миру. Они выкладывают видео, обучающие видео. Сегодня варткаутеры приехали в детский лагерь. Здесь много мальчишек, которые стоят на учете в детской комнате полиции. Говорят, такие ребята воспитанию не поддаются. Волонтеры отвечают, методы надо знать. Ну, понравилось, как они делали, ну, всякие разные эти. Ну, как можно назвать это, я не знаю. Ну, понравилось, как на турниках они там занимаются. Что больше всего тебе понравилось? Что? Солнышко. А ты можешь такое сделать? Репетировал уже? Пробовал? У меня получалось, сейчас не получается. Если стараться, получится, уверен Олег Дорофеев. Часто вспоминает, как первый раз вышел во двор позаниматься с ребятами. Тогда он был худым и о бицепсах только мечтал. С тех пор прошло 3 года. В первую очередь преследовал такие цели, как красота и здоровье. А потом как уже начал общаться с другими ребятами, которые постоянно занимаются. Ну, как бы уже такой круг общения, то есть, не знаю, социальный круг. Подобные акции госнаркоконтроль вместе с волонтерами проводит раз в 2 недели. Обычно желающих стать примером для ребят, сбившихся с пути, хватает. Ежегодно организовывается акция «Летний лагерь. Территория здоровья». С целью, так скажем, формирования здорового образа жизни, формирования негативного отношения подростков к употреблению различных психоактивных веществ. Дети настолько вдохновились здоровым образом жизни, что даже дождь не стал помехой. Дождь спутал все планы, но волонтеры быстро нашли способ выйти из ситуации. Спортом можно заниматься в любом месте. Главное – желание. Напоследок показные выступления от спецназовцев Федеральной службы по контролю за наркотиками. Больше всего впечатлил захват автомобиля. Стрельба, взрывы гранат – все как в кино. Понравилось, как они гранаты там кидали, взрывали. Это как они выступление свое показывали, что они участвовали в этом, в Чечне были, что это погибло у них много друзей. И вот, что их мало, и вот они это, всю Новосибирскую область защищают. Дети расставаться с гостями не хотели, еще бы. За несколько часов подростки научились делать сальто, насобирали гильз, а главное, познакомились с людьми, с которых стоит брать пример. Елена Щербакова, Андрей Карасев, Новости ОТС.